Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Здравствуйте, решим задание 475. Нам нужно выяснить, какие числа можно поставить вместо звездочек. Нужно постараться найти разные варианты. И пункт А. У нас неизвестны оба знаменателя. И сумма числителя нам также неизвестна, но известен знаменатель. Общий. Но здесь может быть очень много вариантов. Во-первых, мы могли складывать 1/12, 1/12. Тогда в числителе будет 1 плюс 1, складываем числитель и знаменатель, остается тот же. Могли складывать 1/3 и 1/12, тогда мы приводили к общему знаменателю 12 и 1/3 домножали на 4. Чтобы получить знаменатель 12, тогда 4 плюс 1 будет. Могли 1/3 и 1/4 складывать. Тогда мы приводили тоже к общему знаменателю 12. Здесь дополнительный множитель 3 здесь. То есть 4 и 3 наоборот. И в числителе будет 4 плюс 3. Могли 1/12 и 1/4 складывать. Тоже к знаменателю 12. Тогда мы приводили и в числителе будет 1 плюс 3. Могли также складывать, тут много может быть вариантов, 1/2, 1/6 и 1/12. Тогда будет 12 общий знаменатель. Здесь мы домножаем на 6. Будет 6 плюс 1. Могли 1/12 и 1/6 складывать. Тогда тоже будет знаменатель 12 общий и единичка. Здесь, то есть получаем, то есть двоечка здесь, простите, и получаем 1 плюс 2. А могли 1/6, 1/4 складывать. Тоже общий знаменатель 12. Здесь дополнительный множитель 2, здесь 3. Тогда 2 плюс 3. Ну или, может, вы какие-то еще свои варианты найдете для пункта А. Пункт Б. Тот же самый вариант в левой части уравнения, только здесь у нас уже 18 знаменатель. Ну, могли 1/18 и 1/18 складывать. Тогда получили бы 1 плюс 1 в числителе. И общий знаменатель 18. Могли складывать 1/2, 1/18. Общий знаменатель 18. Здесь дополнительный множитель 9, то есть 9 плюс 1 будет в числителе 18. Могли 1/2, 1/9 складывать. Общий знаменатель также 18. Здесь дополнительный множитель 9, здесь 2. То есть 9 плюс 2 у нас будет. Могли 1/9, 1/18 складывать. 18 общий знаменатель, и здесь дополнительный множитель 2, 2 плюс 1 будет в числителе. Могли складывать 1/18 и 1/6. Дополнительный множитель здесь будет 3, общий знаменатель 18, то есть 1 плюс 3 будет. Могли 1/18 и 1/3 складывать. Тогда здесь дополнительный множитель 6. И 1 плюс 6 будет в числителе, 18 знаменателей. Но 1/3 и 1/6 мы складывать не могли, потому что общий знаменатель здесь не 18, а 6. То есть мы ищем наименьший общий знаменатель. Ну и, наверное, все варианты для пункта Б мы перебрали. Но если вы какие-то варианты еще найдете, также можете их дописать. Пункт В. Вся та же картина у нас в левой части, только знаменатель 30 уже общий. Могли 1/30, 1/30 сложить. Тогда будет 1 плюс 1 и 30 в знаменателе. Могли 1/2 и 1/30 сложить. Тогда у нас здесь дополнительный множитель 15, чтобы привести к знаменателю 30. Общий знаменатель 30 и 15 плюс 1 будет в числителе. Могли 1/2, 1/15 сложить. Тоже общий знаменатель 30. Здесь дополнительный множитель 2, здесь 15.
Итак, до 15 плюс 2 будет в числителе. Могли одну пятнадцатую сложить и одну тридцатую. Тоже 30 будет общий знаменатель. Здесь 2, ну, а у 1 тридцатой нет дополнительного множителя, то есть 2 плюс 1. Могли одну десятую сложить и одну третью. Общий знаменатель тоже 30. Здесь 3 дополнительных множителя, здесь 10. То есть будет 3 плюс 10. Могли одну десятую и одну тридцатую сложить. Общий знаменатель 30. Дополнительный множитель здесь 3. Значит, в числителе будет 3 плюс 1. А могли одну третью и одну тридцатую сложить. Тогда будет здесь дополнительный множитель 10, числитель 10 плюс 1, в знаменателе 30. Могли сложить одну пятую и одну шестую. Здесь 30. Здесь дополнительный множитель 6, здесь 5, общий знаменатель тоже 30 у 5 и 6, значит 6 плюс 5 будет числитель. Также могли мы складывать 1 тридцатую, 1 пятую, 1 тридцатую, 1 шестую и еще, возможно, какие-то варианты. Но нас не просят все возможные варианты, а просто найти разные варианты. Ну вот мы такие разные варианты нашли для этого задания, и остается пункт Г. 1 звездочка плюс 1 звездочка равняется звездочка плюс звездочка. Знаменатель у нас 32. Но первый вариант, 1 32 мы могли сложить и 1 32. Тогда числитель будет 1 плюс 1 складывается числители и 32 знаменатель. 1 32 и 1 2 могли сложить дополнительный множитель, здесь 16. Тогда 1 плюс 16 будет числители и 32 общий знаменатель. Еще могли сложить 1 32 и 1 16. Тогда общий знаменатель тоже будет 32. Здесь дополнительный множитель 2, 1 плюс 2. Могли сложить 1 4 и 1 32. Тоже будет 32 общий знаменатель и дополнительный множитель. Здесь 8, 8 плюс 1 будет в числителе. И 1 восьмую и 1 32 могли сложить. 32 общий знаменатель. 1 восьмую нужно на 4 домножить. То есть 4 плюс 1 будет в числители. Вот 1 восьмую, 1 четвертую, если складывать, будет общий знаменатель 8. То же самое 1 вторую, 1 шестнадцатую, если складывать, общий знаменатель будет 16, но не 32. Ну и выполнили мы задание 475, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.